На территории Гомельской области расположено около 300 открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования государственных предприятий. В большинстве из них Гомельский облсполком, горосполком и райисполкомы являются акционерами, владея пакетами акций от 8,5 до 100% уставного фонда. Можно ли приобрести пакеты акций у государства? Каков порядок их продажи и как определяется их цена? Узнаем прямо сейчас. Подробную информацию об открытых акционерных обществах Гомельской области, результатах их финансово-хозяйственной деятельности, объектах недвижимости, земельных участках, а также механизмах приобретения акций можно получить на сайте фонда Гомель облимущества, либо обратившись в фонд по телефону, либо лично. Выбрав акционерное общество, свое предложение о приобретении его акций необходимо направить в Гомельский облсполком. В случае принятия положительного решения о продаже акций необходимо определить их начальную цену продажи. Принадлежащие государству акции продаются по рыночной стоимости, определяемой независимым лицом, оценщиком, в случае продажи акций на аукционе либо по конкурсу. Также законодательством предусмотрено понижение начальной цены продажи на 20% после первых нерезультативных либо несостоявшихся торгов и до 50% после вторых. Принять участие в приватизации могут граждане и юридические лица Республики Беларусь, за небольшим исключением, иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные государства, их административно-территориальные единицы, международные организации, а также иностранные организации, не являющиеся юридическим лицом. Эти интересы взаимовыгодны. В первую очередь в бюджет области поступают денежные средства. Акционерное общество без видимых усилий приобретает активы в виде имущества либо денежных средств. А инвестор, становясь акционером, приобретает налаженный бизнес и право на получение дивидендов. В первую очередь это закон Республики Беларусь от 19 января 1993 года о приватизации и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытое акционерное общество. Более подробную информацию о приобретении акций открытых акционерных обществ можно получить на сайте фонда Гомель облимущества или по телефонам фонда в Гомеле 70 13 15 70 13 68. С вами была передача «Имущество». Мы говорим о том, что актуально.